Доброе утро, Югра! Сегодня я хочу познакомить вас с дебютной книгой Екатерины Манойло, которая еще до выхода в свет привлекла внимание литературных критиков, а после получила премию лицей имени Александра Сергеевича Пушкина. Книга носит необычное название «Отец смотрит на Запад», но тех, кто знаком с культурой Востока, оно ничуть не удивляет. Но давайте обо всем по порядку. Главная героиня книги – девочка Катя. Она выросла на границе России и Казахстана. Ее родители – представители разных культур. Но не только это стало препятствием к счастливому браку. Не последнюю роль здесь сыграла трагическая гибель долгожданного сына. Чтобы понять, какое детство было у главной героини, нужно знать ее второе негласное имя. И это имя – Улбасын. Имя Улбасын в поселке давали дочерям, в семьях, где ждали наследника. Имя означало «да будет сын», и каждый день и час оно звучало как молитва. Все Улбасын, не имея прямого родства, походили друг на друга сутулостью, мягкостью форм и всегда виноватым взглядом. Став старше, Екатерина уезжает в Москву в поисках лучшей жизни. Но оставить родные края навсегда не получается. Они манят, притягивают и стараются сломать окончательно. Это роман о насилии и свободе, о счастье и зависимости. Книга о бунте детей против отцов, в котором чаще всего и кроется настоящая любовь. Ищите книги Екатерины Манойло на полках Государственной библиотеки Югры. До новых встреч!